Основными спонсорами Латвийского олимпийского комитета являются предприятия ЛДЗ и ЛДЗ Карго. Для того, чтобы ознакомить сотрудников этих компаний со своей деятельностью, спортсмены решили провести День силы. Даугавпилс не стал исключением. На протяжении дня железнодорожники вместе с семьями посетили спортивные секции. В их распоряжении были бассейн, тренажерный зал и другие объекты Олимпийского центра. Я допускаю, что очень многие работники Латвия сделала, Карго, скажем, не посещали бассейн, гимнастический зал. Сегодня у них будет такая возможность. И все эти люди будут ознакомлены, все наши участники этого дня будут ознакомлены с результатами Лондонской Олимпиады, подготовки наших олимпийцев на будущие Олимпийские игры. Мероприятие проводит Раймонд Бергман, участник трех Олимпийских игр по тяжелой атлетике. Также присутствуют некоторые участники Олимпийских игр из Даугавпилса. В этот день в наш город приехала президент Международной ассоциации ультрамарафона Дирк Струтман, который рассказал о проведении в Даугавпилсе чемпионата мира по бегу на 100 километров в 2014 году. По словам господина Струтмана, у нас для этого есть все условия, да и сам город славится своими бегунами. Я с самого утра начал проверку, все выглядит потрясающе и многообещающе, но еще нужно как следует изучить технические моменты организации чемпионата. Могу сказать, что я увидел места для размещения спортсменов и остался доволен. В Даугавпилсе есть хорошая трасса для ультрамарафона, которая проходит вдоль реки. Кроме того, есть замечательный Олимпийский центр, который также будет задействован. У вас все близко, в любую точку можно добраться пешком, и это очень важно. Если все пройдет хорошо в 2014 году, тогда, возможно, в нашем городе будут чаще проходить события такого масштаба. Но отсутствие хорошего легкоатлетического стадиона – это все же проблема, которую нужно решать как можно скорее.